Солнечная погода, мягкий южный ветер, в воздухе плюс 17. Но решение снимать во дворе вызвано отнюдь не теплом на улице. Съемки состоялись накануне объявления о карантине. Для известного актера Андрея Мерзликина это не пустые слова. Его семья честно соблюдает режим самоизоляции. Все сидят дома. Это клен. Просто пока весна. Скоро он отдаст листья, будет очень красиво. Он декоративный. Это красивый будет клен. Как бы весной увидите листики. Вот. Краснолистный клен посадил. Сирени, соответственно, сейчас уже скоро разбухнут. А вот здесь будет красота. Это жалко, что вы решили передачу снимать не в конце апреля или в начале мая. Незапланированный отдых он проводит с пользой. Наконец появилась возможность заняться делами, давно отложенными. Я ничего не смотрю сейчас даже. Отпуск такой, то есть возможность самоизоляции, она выражается в том, что я не ищу каких-то дополнительных развлечений, онлайн посмотрю. Я сейчас читаю то, что не успевал прочитать, смотрю то, что не успел посмотреть, и более того, как бы делаю то, что давно хотел сделать. Пока папа на съемках, дети занимаются уроками. Все онлайн-занятия проходят в папином кабинете. Он появился у актера всего год назад, когда семья переехала в свой дом. Сидят там в кабинете, работают. Учебники рядом, книжки рядом, полки работают. Все идеально. Все это, не надо это идти в какую-то спальню прятаться. Все, как говорится, все пригодилось. Мне кажется, кто-то там подглядывал. Да. Несмотря на пост и грядущую страстную неделю, а вместе с теми серьезную ситуацию с коронавирусом, в воздухе чувствуется приближение Светлой Пасхи. Поддерживает это ощущение и проснувшаяся природа. А у Андрея Мерзликина во дворе целый сад. Как говорится, и пост идет, и еще и серость какая-то, и снег тает, и унылое какое-то. И ждем Пасха, и Пасха, все расцветает, и цветы первые, и деревья зелен, и верба. И все рождается, и такое, как бы, природа подчеркивает пасхальное настроение. Но мне кажется, это правильно, это хорошо. Так хочется хотя бы день прожить, не согрешив. В нем хочется хотя бы миг слез покаянных. Так хочется его прожить спокойно, не спеша, в молитве и без мыслей окаянных. Так хочется хотя бы день прожить для Бога. В храме что хорошо? Очень душевно, понимаете? А духовность, она собирается по крупицам. Это как, вот, хотя бы если маленькое зернышко найти такое вот и в себе, приобрести для себя, возможно, можно и спастись даже одной маленькой крупицы. Он не дерзнет сказать, что с духовностью у него все в порядке. Андрей Мерзликин вообще избегает православной риторики и любого пафоса. Его путь в храм был непростым и не быстрым. Он уже снимался в кино, потихоньку набирал популярность, а сознательный приход в церковь постоянно откладывал, как визит к стоматологу, до тех пор, пока терпеть боль стало невмоготу. Знаете, когда у меня зуб болит, и я прихожу в клинику, там я без не смотрю, разницы, да? Как выглядит стоматолог, на какой машине он ездит, какой у него мобильный телефон, ну, просто то, что мне нужно. И я также как бы подразумеваю, что любой приход, первый приход в храм, он очень похож на пульпит. То есть у тебя очень острая боль. И в данном случае как бы любое событие в жизни, оно узнается как бы сравнительно. В момент острой боли он и поехал в храм. Да не в обычную церковь, а в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
Во-первых, потому что жил в том же направлении, был по пути. А во-вторых, наивно полагал, что для его серьезного шага и храм должен быть основательный. Тем более знакомая много рассказывала про лавру и духовника. На тот момент Андрею исполнилось 28. Это был, по его словам, тот возраст, когда очень многое уже не расскажешь даже самым близким людям. Как говорится, жизнь уже к 28 годам была такая активная, перестроечная. И уже, как говорится, друзьям многое не расскажешь, но уж маме точно, как говорится, зачем. Ну, хотя сейчас вспоминаю, ничего такого страшного нет, но на тот момент казалось, что ну, вот, ты переполнен чем-то таким. Ну вот, я, как говорится, опять через других людей услышал, что действительно в храм ходит, а думает, что ж такое, да как это интересно. Вот, и поехал, а так как я жил... Станция Тарасовка по пути, вот, да. Тогда он назывался город Загорск, было в советское время, да. И я думал, ну, вот сяду на электричку, доеду. И доехал, думал, что чем больше храм, мне казалось раньше, тут целые, вот, как говорится, лавра. Я пришел, постоял эту очередь, переживал, пытался там понять, зачем я стою, что говорить. Ну, вот, а просто там получилось так, что вот мне... Священник объяснил все так, в такой форме доступной, что ко всему готовиться надо. Обиделся тогда Андрей сильно. Монах фактически не принял его исповедь из-за неподготовленности. Это он спустя много лет понял, что тот поступил правильно, а тогда с горечью и злостью отошел от храма. Вновь пришел уже в другой. Это было на Рождество. Вместе с мамой он оказался на праздничной службе. Никакого желания исповедаться не было, но избежать участия в таинстве не получилось. Тоже не собирался исповедоваться, но священник, наоборот, проявил себя иначе. Он сказал, идите сюда, молодой человек. Я даже думал, что он меня с кем-то перепутал. Вот. Я говорю, вы мне? Да, идите сюда. Я говорю, что? Я говорю, да нет, все равно. Ну, как-то такой добродушием своим каким-то... Купил, да? Да, прям, ну что ты там стоишь, раз уж пришел, давай поговорим. Сколько тебе? О, говорит, ну много же интересного есть, и это. А вот, да, душ-то. И он за меня практически все это говорил, я только соглашался, а потом мы вышли на такую ноту, когда я понял, что мне просто вот так необходим был вот такой человек, и он нажал на те кнопки, которые вот я сдерживал, и я не сдержался, и были слезы. И я счастливо вспоминаю эти слезы, потому что вместе с ними что-то выходило такое, что я как держал, и тут все это прорвало. И вот этот момент облегчения, я даже не помню первый вот это такой вот именно радости причастия, помню первую радость первого исповедания, да. Покаянного чувства. Первую радость от причастия он ощутил в другом храме. И причащал Андрея уже другой священник. Его звали отец Алексей Волосенко. Он на долгих 15 лет стал не только духовником актера, но и близким другом. Андрей Мерзликин называл его просто «батя». Батя не стало ровно год назад. Его уход оказался самой сильной утратой в жизни Андрея. Знакомство с будущим духовником у актера Андрея Мерзликина состоялось в довольно необычном месте. Там, где мы меньше всего привыкли видеть священника. Он пришел к нам в театр на спектакль. И мне так понравился его, значит, умение увидеть в простом драматическом на тот момент совершенно... о таком рядовом спектакле. Мне казалось, туннельно размышлял я, что вот священнику не стоит вообще ходить в театр, тем более вот на такие спектакли. Оказалось, а нет. И вот его способ размышлений, как он это увидел, как у него горел глаз, как он увидел в этой истории спасение, что мы играть спектакль стали по-другому. Он так собрал случайно всех вот в гримерке, пришел, принес нам, значит, апельсинов, мандаринов. Ребята вообще удивились, что это у нас в гримерке священник делает. Ничего он не перепутал, все вот так оглядывались. Один даже за бороду подергал, говорит, отец Алексей смеялся. И мне так нравилась его реакция на то, что вот с одной стороны другой обиделся бы. За бороду, да? Дергает у нас там один. Говорит, о, настоящая. А вы Дед Мороз? Уже провожая священника там же, в театре, актер Андрей Мерзликин попытался неловко рассказать что-то из наболевшего.
но батюшка остановил. Говорит, нет, Андрей, говорит, не, мы не будем здесь с тобой. Приходи в храм, там, говорит, уже и расскажешься. И вот уже, говорю, у меня, говорю, машины нету, чтобы до вашего храма доехать. Он далеко, храм за МКАДом. Так он приехал за мной. Приехал за актером отец Алексей очень рано. Андрей даже хотел отказаться от поездки, но было неловко. Батюшка уже подъехал к дому. Рано-рано, где-то 5:30. Я спать уже. Я так хотел спать, когда мне позвонили и сказали, мы приехали. Говорю, кто это мы? Я говорю, батюшка, это вчера хотел. А вы забыли уже, да? Я же не могу по телефону сказать, ну это я вчера хотел, сейчас я спать хочу 5:30. Ну, вы нормальный человек? И мне так хотелось это сказать, что я сдержался. Потому что, ну, неудобно, правда же. Оделся и сделал вид, что я все помню, я действительно хочу. Сел к нему, Нива у него так и была. И едем. Можно смело сказать, что отец Алексей разбудил Андрея не только от физического сна. Ведь все предыдущие попытки прийти в храм так, по большому счету, и не увенчались успехом. Он вновь и вновь возвращался к прежней жизни. И только знакомство с батюшкой пробудило от сна окончательно. Ту службу в его храме он помнит и через 15 лет. Это был действительно служба, которая мне запомнилась. То, что я как обыватель стоял, вот смотрел, и многое не знаю, что на службе происходит, что сейчас, в какой момент, кто чего поют, какая молитва идет. И когда это звучит, по большому счету, ты, может быть, и ничего не понимаешь, что происходит. Но ты стоишь так хорошо. Очень красивая литургия написана. Музыка звучит, что-то такое идет, ты начинаешь о чем-то таком думать. И вдруг вот? Иду, потом вот исповедь, уже батюшка знакомый, что ты поговорил, уже ты помнишь, что ты хотел сказать. Ты понимаешь, что у тебя с ним контакт, что когда тут есть понятие, человек твоей группы крови. Вот сходу сошлись и все. Вот так вот бывает. Я ему не то, что там стеснялся, говорит, такое ощущение, что это мой друг. Я ему вообще ничего не стеснялся. Мы первая сразу чистая, честная исповедь. Вот поговорили. И вот тут я вот после первого запомнил, наоборот, первая вот радость. К нему есть, я уже с трепетом шел. И когда это вот это чувство, которое называем благодатью, оно, конечно, просто накрыло. Знакомство с отцом Алексеем Андрей Мерзликин считает не иначе, как промыслом Божьим. Накануне первой встречи с батюшкой актер едва не погиб в страшном ДТП, угодив на полной скорости в Москву-реку. Это был непростой период жизни. Актер, только что сыгравший в «Бумере» Димона Ашпаринова, сильно переживал потерю членов съемочной группы Сергея Бодрова, пропавших в Кармадонском ущелье, после того, как искореженную машину и ее выживших пассажиров вытащили из реки, Андрей понял, что-то в этой жизни надо менять. Такие моменты бывают в жизни, когда ты неожиданно задумаешься, не за что это со мной произошло, не почему это, а для чего. Ты думаешь, так, для чего? И начинаешь пересматривать, пересмысливать, и как-то так испытываешь радость жизни не от того, что, о, здорово, я там, ну, слава богу, остался жив, а какая-то ответственность перед новым этапом. Духовник научил его многому. Не давил, не читал нравоучений, не проповедовал. А просто своей жизнью и примером, за чаями, дружескими разговорами, делился радостью православной жизни. Что вот когда понимаешь выражение «духовное родство выше кровного». Вот когда вот я услышал эту фразу, я понял, о чем она. Вот когда мои отношения с отцом Алексеем вышли на такой уровень, когда вот он мне был не просто родным человеком. Это было удивительно, но сложно передать словами это единение. Вот это была такая духовная близость. И она духовная, не в смысле, мы такие духовные, сидим вместе, крестимся, глядя на купола. Да и не в этом дело. Это один взгляд на вещи, которые тебя преображают. Он научил меня смотреть кино. Он научил меня слушать музыку. Он меня научил, что такое трапеза. Как правильно общаться, как правильно проводить общение человека с человеком. Он научил, ну, не в смысле сел, Андрюш, я тебя буду учить, а общение с ним в совершенно простых ситуациях, в жизненных.
там сказал, тут сказал, тут я услышал, тут на примере что-то, тут на моем примере. Я неожиданно стал это впитывать, и за 15 лет сформировал у меня устойчивое понимание, что актер просто обязан быть верующим человеком или искать веры. Возможно, из-за дружеских отношений и большого уважения, да только с каждым разом приходить на исповедь со старыми грехами было все сложнее. Мне просто обидно стало за собственный труд. Так. Вот когда ты потрудился, через у тебя еще больше, что нести отцу Алексею. И что стыдно даже, говорить, батя, я говорю, прости, но опять... Давай разберемся. Он смеется. Да мне так нравилось то, что там не было никакого момента вообще. Вот великодушие – это признак здорового человека. Радость – это признак здорового человека. Только радостные люди… Вот радуются люди, видите? Да, видите, да. Только радостные люди могут и имеют право давать советы. Отец Алексей умер тихо от инфаркта в Доме Божьем, готовясь к утренней литургии. Андрей рад, что успел повидать своего батю и попрощаться. За тот последний день не стыдно. Нет повода кусать локти. Они многое успели сделать в тот день вместе. Мне повезло, что я накануне был пятница, причем это был такой редкий день, и я бы мог бы прийти в субботу, а пришел в пятницу, был престол, престольный праздник. Машину светили, успел мне машину светить. Я бы, наверное, рвал бы волосы, как говорится, переживал, сильно бы расстраивался, если бы я на следующий день. Очень многие мы на следующий день откладываем дело. Ну, завтра пойду в бассейн, не пойду в храм, в пятницу что-то я посплю, завтра пойду в субботу. И это. И вот если бы я так сделал, я бы до конца дней своих жил бы, наверное, у меня сейчас радостно. Я успел с батей. Мы послужили, машину осветили. Трапезу посидели, поговорили. Вечером он устроил там друзей обвенчал. Много успел сделать, как говорится, в последний день своей земной жизни. А я успел прожить с ним этот день. И сейчас у меня нет вот этого давящего чувства. Кроме того, есть грусть от того, что человек ушел. Прошел уже ровно год, как его не стало. Он привык, что все вопросы решал с духовником. Батя словно преподал ему урок жизни. А сейчас пришло время сдать экзамен в одиночку. Актер Андрей Мерзликин с детства мечтал о том, как посадить на своем участке, когда построить дом, деревья, много деревьев. Никаких грядок с капустой и морковкой, только фруктовый и хвойный сад. И вот прошло много лет, мечта Андрея сбылась, и каждую весну здесь такая красота, от которой трудно оторваться. Это гортензия. Гортензия. Это горная сосна. Это пыхта. Без березок никуда. Он не понимает жизни за городом, в собственном доме, без деревьев. Ему кажется, он с рождения мечтал о времени, когда посадит их на своем участке. И с тех пор, как сюда переехал, не может спокойно проехать мимо любого садово-огородного магазина. Ты заходишь как маньяк, и ты жду, и думаешь, Аня только следит, слушай, я сейчас что-то куплю, сейчас что-то всажу. Она мне говорит, перестань, оставь мне поляну, пускай дети бегают. Я бы уже все там засадил бы, конечно. Не знаю, мне кажется, вот это мои друзья. Деревья – это просто мои друзья, причем верные, постоянные за них. Причем, знаете, есть какие друзья? Больные деревья. Да? Начинаешь за них не ухаживать. Ну, это вообще, да. Вот все говорят, возраст. Нет, на самом деле, там вот к земле потянуты. Просто вот одни там животных любят. Да. В чем это они ухаживать? Корень-то в чем? Не в том, что мне нужна собачка, он мой друг. Нет, ты отвечаешь за кого-то. Ты ухаживаешь и за кого-то отвечаешь. В моем случае, вот это деревья. Вот дачу. Я вот на дачу езжу, не потому что я там, все, мерзлый, стал, состарился, на дачу потянул. Просто здесь есть ряд вот каких-то моих вещей, за которые я отвечаю, с которыми у меня есть контакт.
яблони, груши, вишня, слива. Совсем скоро здесь будет невозможная красота. И в этом году он, судя по всему, ее застанет. Период цветения выпадет на карантин. В нем тоже есть свои плюсы. Уезжать из дома каждый раз было сущее наказание. Да, вообще невозможно. Невозможно. Отрываешь себя от дома и просто пинками гонишь себя на работу. Легкая жизнь и благо, она везде. Вот это расслабляет. Нет, надо держать себя в тонусе. Работа – это то, что заставляет нас быть в тонусе. Сейчас все в семье Мерзликиных привыкают к новой реальности. Отец Андрея, например, нашел радость в столярном деле. Смастерил аналой. Вот смотрите, это вот отец своими руками у меня вытачивает, делает, собирает. Вот. А я потом краскопультом, ну и с помощью каких-то таких манипуляций. Первый слой, второй слой, шкурочкой подработает, где-то маслицем. Вот такой вот, 73 года. У него такой дома есть свой цех, да. Он там все сидит, не вылезает. Табуретки, плечики, столы. Андрей, чем может, помогает отцу в его ремесле, но душа больше тянется к иконам. В его доме большая коллекция. Благодаря интересу к иконописи он познакомился с хорошими художниками. Один из них написал вот эту икону для младшего сына Макария в любимом северном письме. Это то, что нарисовал художник Александр, который вот храм расписывал под малюк. Вот это вот Макарий Великий. Это когда Макарик родился, вот он. Ой-ой-ой-ой. Автор вот этой иконы, что мне нравится. Он же потом и оклад мне сделал. Все самое важное в его жизни приходит через людей. Актеру Андрею Мерзликину на них всегда везет. У нас такие люди. Это основной наш потенциал, мой потенциал. И просто народ великий, конечно. Эти люди, которых я знаю, никогда не позволят себе такого такта, чтобы я уехал расстроенный. И это тоже правда. Они увидят мою хмурую бровь. Он скажет: расслабься, Андрюха. Андрей! И меня это очень вдохновляет и радует.